21 мая. Я вот возле такого интересного места. Я здесь уже был и показывал. И показывал все это. Вот. Я пришел в МБУК, Музей истории города Иркутска имени Сибирякова, филиал Дом ремесел и фольклора. По идее, меня здесь должны ждать. С моим мастер-классом или аукционом. Ну, посмотрим, что там у нас. Кто там нас ждет и что мы сегодня там сотворим. 21 мая 2021 года. Ух ты! Как у вас здесь круто-то! Да, длинный. Что, ну, это надо, надо сюда же приходить специально делать репортаж. У вас есть группа, видишь, теперь, да? Группа, да, вот. Нет, я имею в виду в Фейсбуке. Видишь, натырили. Ну, как понятно, красиво. Понятно. Но это ну, же вот, даже мне интересно. Да, вот это вот, ну, я говорю, берите и вот как считаете, как вы думаете, вот они, ну, думают, да, раскраски. Как это все раскраски такие. Да? Наташа, а знаешь, дело в том, что, ага, да, мы, во-первых, с тобой разговаривали об, ага, этом, во-вторых, вообще вот эти картинки контурные, ага, они у меня изначально задумывались как книжка для раскраса, да, для детей. Да. В общем-то, просто я не довел до ума эту идею, а никто не захотел подхватить, а в принципе, ну так оно и должно быть. Ну ладно, все, понятно. Ой, как у вас здесь здорово. Слушайте. Вообще... Сколько наделано-то много? Сколько у вас преподавателей? Ну, здесь вот мы с Леной Гончаровой работаем. А вообще? Нет, ну вообще, вот, чтобы это все сделать, то это... А вообще мастеров 6 мастеров, да. Понятно, пошли. Лена Гончарова, я, Лариса Мирский. Делать, вот сейчас я группу завела, я буду делать о каждом мастере репортажи. Вот именно, да. Я почему ее и завела? Потому что. А что еще? Еще дальше? Да, нас мало кто знает. Ну все, надо, пора уже, что. Но приятно, больше, но приятно. У нас же мастер-классы. Ой, слушай, ну, а чего я сюда пришел к вам? Я чему вас научу-то? А чем я вас тут сделаю? Ты этот что? Морда грязная. Ясно. Ясно. Доброе рождение! Я могу на виду у всех рисовать, и вы как бы будете смотреть. А можно сделать так, чтобы вы не видели. И сюрприз. Никого... Да. Нет, никого... нет, вообще смотреть лучше. Нет, давайте. Давай. Просто вы же все-таки здесь как бы обучающие. Да. Да. Обучаете. Да. Это будет интересно. Да. Мастер-класс. Нет, вставайте, такой. Вставайте. А, вставай? Вот сюда. Я, видите, я же тоже преподаватель. 40-40 лет политики, да, и какой-никакой вообще. Поэтому мне-то интересно, как раз общаться с народом, да? Вот, я просто, ну, во-первых, быстро рисую, во-вторых, мне как на фотографии принципиально, потому что у меня фотоаппарат есть, я могу лучше сфотографировать. Поэтому начинаем. А, значит, ну ладно, пусть будет так. Нет, давайте вы боком замыслите, да? Голову ко мне повернете. И будете смотреть на меня влюбленными глазами. Желательно, да? Вот так, да, вот, да, вот, да. Вот. Ни одна женщина не отказалась смотреть влюбленными глазами. Обманывать на них это дело абсолютно приличное. Может, не получится. Ну ладно, может, и не получится. Собственно, я использую. Ну давайте я могу попробовать рассказывать. Мне это интересно. Почему я так делаю? А, вы знаете, для меня рисование это так называемый авторский жест прежде всего. То есть, ведь, смотрите, ведь люди ходят в тот же самый музей. Они же, когда приходят, они приходят на художника. А не на того, кого он нарисовал. Вот. А насчет того, что похоже, не похоже, да? Ну, тут гениально сказал Пикассо. Ну, вы знаете, что он рисовал в своей такой кубистической.
классической манере или всякой разной, да, манере. И когда он в очередной раз там сделал какой-то заказ, нарисовал кого-то, вот, а тот говорит, а я что-то не похож. И Косой ему сказал, не волнуйтесь, через 100 лет будет, вас все узнают. Так и есть. Сегодня, да, сегодня знают все портреты этого самого. И как бы никого не волнует, похож он или не похож. А глаза у вас какого цвета? Про Пикассо, кстати, была та же история, когда женщина ему заказала там нарисовать его лошадь, он нарисовал. Он приходит и говорит, ну это вообще не похоже на лошадь. Он сказал, мадам, я вам продаю не лошадь, а картину. Половину нарисовали. Вообще рисовать людей очень легко. Дело в том, что я как-то сразу запомнил еще из института, что у человека один нос, один рот, два уха. И, в общем-то, они относительно похожи. Все. А, да, можете говорить. Ну, вы заворожили, вы нас заворожили, заворожила. Такое группу устроила и хочешь... Короче, я вам не лошадь даже буду. Да? Я много так нет, немного, но я ж недавно помираю. Мне очень нравится, правда. Фотографируйтесь. Очень надо, надо. Вся здорово. Великолепно. Ну, если что не так, она дома сама подрисует. Конечно. Очень красиво. Дома оформите, работайте. Чтобы люди веселее. Ну, дети. И все, что ты попал.
он, аплодисменты давай.